Создание сельхозкооперативов в Жамбылской области набирает обороты. Только в этом году по региону их создано уже 48, половина из них молочного направления. Как и чем они живут, насколько готовы к работе в зимних условиях, расскажет наш корреспондент Валерий Татаренков. Это крестьянское хозяйство «Берлик Туймикент». Оно было создано в мае текущего года в Байзасском районе. Открытый по линии молочного кластера кооператив занимается производством молока, выпуская его до 600 литров в сутки. А все начиналось с того, что руководитель фермерского хозяйства по государственной программе ИРС взял кредит на 50 голов крупнорогатого скота. На выделенные государством 113 миллионов тенге 5 мелких хозяйств объединились в один – крупный сельхозкооператив. Благодаря этому увеличился объем выпущенной продукции и обновилась техника. Соответственно. Вол молоковоз возьмем молоковоз общим объемом около 1,5 тонны. Используем его для транспортировки молока в дальние села. Всего у нас работает 10 человек. Кроме того, здесь на территории сельскохозяйственного кооператива планируют открыть цех по производству комбикорма. С помощью этого фермерам удастся повысить надои и качество молока. 70% продукции, отправляемой в другие населенные пункты, обрабатывается здесь. Стоит отметить, что недавно в Байзасском районе открылось еще 4 кооператива молочного направления. На сегодня все они установили модульные цеха по производству молока. Планировать создание двух сельхозкооперативов. Эту задачу мы выполнили. Один из них – хозяйство «Айбек». Сейчас здесь собирают документы на получение кредита. Другие два сельхозкооператива будут заниматься производством птицы. Все, стоп. Отметим, что в текущем году для создания сельскохозяйственных кооперативов из областного бюджета было выделено 2 миллиарда 58 миллионов тенге. В целом, на сегодняшний день в регионе действует 181 сельхозкооператив. Валерий Татаренков, Эльдар Байдельдаев, 77 News, Байзакский район.